подожди меня в буфете. Ну, я заплатил за то, чтобы идти с тобой и смотреть. Если ты за мной пойдешь, то твоя однозубая жена ослепнет. И несмотря на это проживет 120 лет, чтобы хорошенько помучиться. А ты сам заболеешь в тюрьме раковым туберкулезом, тогда как твоя дочь... Хватит, хватит, я подожду. Месье, у вас прикурить не найдется? Сейчас. Нет, мне не нужна зажигалка. Мне нужны деньги. У меня нет денег. Нам нужны деньги. Держите. Нет, только 800 франков. 800 франков? Да. Держите. Добрый день, месье. Вот ваши газеты. Спасибо. Спасибо, месье. Здравствуйте. Здравствуйте. Что вы здесь делаете? Принесла вам ваши 800 франков. Что? Мы вас вчера вечером видели в гостинице. Эти ребята мои друзья. Мы здесь гастролировали, а потом импресарио исчез с нашими деньгами. Оставьте себе. Нет. Оставьте, оставьте. Оставьте. Верну при первой возможности. Почему вы от меня сбежали? Из-за вас. А что я сделал? Вы были слишком ласковы, и я предпочла уйти. Я здесь пробуду еще несколько дней. Не хотите остаться со мной? С удовольствием, но мне надо возвращаться. Уже? Да. Мать ждет меня. У нее нет денег, а я должна ехать. Спасибо. Где вы живете в Париже? В Курбевуа, улица Луи Блана, дом 56 бис.